Всем привет! В этом видео пойдет речь о том, как посадить быстро морковь. Суть данного лайфхака заключается в том, что одним приспособлением можно делать дырочки и туда садить семена. И если вы досмотрите видео до конца, вы увидите весь лайфхак полностью. Остальные видео и лайфхаки вы можете увидеть в подобранных плейлистах или в описании под видео. Там целый перечень я привел самых интересных видео, которые интересны нашим зрителям. Сейчас я вам все покажу. Будем садить вот такую морковку. Ну, в принципе, не имеет значения, какую морковь садить. И что мы делаем? Смотрите. Можно взять один лоток яиц. Но лучше взять два, потому что может не прогибаться. И что делаем? Ну вот и все. Подписывайтесь на канал и поделитесь со своими друзьями, соседями, огородниками. Так вы быстрее посадите огород и быстрее снимете урожай. До встречи в новых видео. Пока!